Gref Cafe este pseudonimul la doi artiști care pictează fiind cu autori, soț și soție, domnul Grigore Cabașni și doamna Eudochia Fidelskaya. Pe parcursul a mai multor ani de activitate, ei au creat sute de picturi în care au depus tot sufletul și au reușit să exprime în picturile sale frumusețea, dragostea și măriția universului. Din păcate, picturile Gref Cafe nu ne pot bucura pe deplin. La momente ele nu sunt expuse permanent în Chișinău. De aceea, pictorii au decis să adune suficiente resurse financiare pentru a crea un muzeu cultural educativ. Мы всю жизнь писали картины, вкладывали всю душу и все, что имели, и не могли их продать, потому что мы не желали это делать, это же наши дети. И вот когда накопилось их сотни и сотни, мы решили их как бы подарить городу. И думали, что найдется какой-нибудь добрый дядечка и там преподнесет нам для этого помещение, там все. Но жизнь подходит к концу, ничего это не, мы поняли, не будет, поэтому пришли просто, ну, такая сумасбродная идея вот такая. Вот построить самим, не имея ничего, никаких средств к существованию, ничего, кроме самой-самой нищей пенсии. И вот стали собирать с миру по нитке. Мы тут же нашлись эти энтузиасты, ребята, вот. Dar astăzi, la o vârstă înaintată, dar plin de energie și puteri creatoare, artiștii Gref Cafe doresc să transmită în dar viitorul muzeu și picturile sale. Ei au decis să stabilească locul de reședință permanentă a colecției în acel loc pe pământ unde au petrecut cea mai mare parte a vieții, în orașul Chișinău. И вот решили оставить это все. Это будет общественный музей, люди будут приходить туда бесплатно, никогда мы никакой платы не возьмем. Просто для всех-всех, которые пожелают, пусть приходят, пусть посещают, пусть сидят. Там не будет только картины, там будут и беседы, там будут и занятия с детьми, и рисовать, там по искусству, лекции, все. Жизнь подскажет еще, какие формы. Familia Gref Cafe a locuit 15 ani în munții Tian Shan, la altitudine de 5.000 de metri deasupra nivelului mării. Мы постоянно брали палатку и только вдвоем уходили очень-очень далеко и высоко в горы, там, где зона барсов, где только дикие звери живут. Это был заповедник. Сейчас все уничтожили, там уже ничего нет. И вот там мы садились на берегу какого-нибудь там чистейшего озера, где это вообще люди там не ходят, иногда альпинисты только бывают, никого нету. И рисуем себе, пишем, там как-то по-другому чувствуешь себя в горах, потому что астральное тело наполовину выходит, и так как ты в полусне, в полутаком, ну там совсем другие ощущения. În locuri absolut sălbatice, unde nu trăiesc oameni, unde zboară doar vulturi de munte și cresc florile de colț, înconjurați de leoparzii zăpezilor, pictorii dădeau frâu fanteziei. Вначале, когда пришли, то побаивались, потому что нам чабаны рассказали, что тут дикие барсы, очень осторожно там все. А потом мы начали рисовать, вначале спина к спине садились, потому что, чтобы не было какой-то случайности нападения. Но оказалось так, мы, поскольку пришли за красотой, то мы не боялись, в принципе. Вначале так побаивались, а потом не боялись. А звери, оказывается, если человек не боится, они его не тронут. И он сам ничего не вызывает, никакой агрессии против них, то они спокойно. Поэтому мы рисовали, они за нами наблюдали. Multe lucruri bune au fost deja realizate până în prezent. Pentru construirea viitorului muzeu, grupul de inițiativă dispune de teren, proiect arhitectural de toate documentele necesare, iar până acum au fost deja ridicate 3 etaje. На сегодняшний день, благодаря тем многим людям, которые вносили свою посильную помощь, как говорится, с миру по нитке, по кирпичику, нам удалось уже поднять 3 этажа, и сегодня мы находимся на этапе возведения крыши и зенитного фонаря. Societatea în ziua de astăzi este mult preocupată de problemele lumești, iar construcția unui muzeu din donație este un lucru cum s-ar părea la prima vedere imposibil. Chiar dacă autoritățile au refuzat să dea o mână de ajutor, grupul de inițiativă nu a dat mâinile în jos. Нас многие спрашивают, а кто вам помогает? Может быть, какие-то фонды, возможно, бизнесмены, правительство. Увы, конечно, мир не без добрых людей, и есть люди, так сказать, духовно проснувшиеся. Если бы кто-нибудь из них включился в нашу непростую задачу и действительно помог бы со строительством дальнейшим строительством музея, конечно, мы были бы очень благодарны, и они не просто бы оставили свой след, а внесли бы хорошую лепту
в историю нашего города, нашей страны, для людей, для детей. Но, наверное, всему свое время. Victor Grev Cafe sunt sigur că viitorul muzeu cultural-educativ va deveni o bijuterie a Moldovei și a întregii lumi. Ei invită doritorii de a veni și a vedea cum e viața un templu al artei, iar cei ce au posibilitatea pot contribui la buna desfășurare a construcției.